С Натальей Цимбал мы творим уже давно, потому что она солистка ансамбля «Амурпол», а я их звукорежиссер была в течение многих лет. Наталья не только поет в этом ансамбле, сейчас она руководит, и она раскладывает партии, ищет репертуар. Это очень творческий человек, при этом это скрипачка, и я очень рада, что Наташа присоединилась к нашему проекту. Как разрезы траншеи легли, и воронки, как раны, зияют. Обнаженные нервы земли, неземное страдание знают. Она вынесет все, переждет. Не записывай землю в калеки. Кто сказал, что земля не поет, что она замолчала навеки? Кто сказал, что земля не поет, что она замолчала? Нет!